Сегодня, по сути дела, это уже узаконивание того, что реально произошло. Порты сегодня фактически уже частные. Там очень много предприятий, которые руководят портами, и порты разбиты на большое количество разных участков. А государство просто имеет менеджера, руководителя и не более того. Поэтому, если передача в концессию сможет дать возможность объединить структуры порта, плюс ко всему получить эффективного менеджера, который сможет снизить портовые сборы, который сможет привлечь сюда грузы, так как он будет понимать, что это уже лично его перспектива, не только государственная, то думаю, что это реалии сегодняшнего времени, и, к сожалению, мы уже от этого никуда не уйдем. Город не может влиять на этот процесс, потому что, несмотря на то, что они, по сути дела, порты уже частные, но по большому счету считаются они еще пока стратегическими предприятиями государства. Мы можем только со стороны наблюдать, переживать и высказывать свое мнение.